В 9-й раз в Ульяновск съехались казаки из разных регионов страны и Казахстана. В этом году фестиваль проходит в новом статусе – всероссийском. Переливы гармошек и песни казачьих ансамблей в день открытия разносились с разных площадок Дворца дружбы народов губернаторский. Сегодня у нас зрители увидят Республику Казахстан, Адыгею, Кабардино-Балкарию, Мордовию, Чувашию, Татарстан, Великий Устюг, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград – Бурятии даже первый раз прилетели забайкальские казаки к нам. Вот. Это большая удача, я считаю. И надеюсь, что в следующий раз, то есть через 2 года, а это будет уже юбилейный 10-й, мы еще больше соберем представителей казачьих войск. Отрадно, что многие казачьи коллективы приехали в Ульяновск не в первый раз. Так, народный самодеятельный ансамбль «Водоватовские ребята» из Нижегородской области участвует уже в 5-й раз. А фольклорный коллектив «Уральцы» из Казахстана является рекордсменом. Он принимает участие в фестивале с 2005 года. Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне. Интерес такой к нашей культуре, к нашему искусству. Мы очень рады этому, что мы живы еще, живы творчество наших предков, уральских казаков. И мы стараемся именно брать такие песни фольклорные, которых сейчас уже никто не поет. А это именно наша прерогатива нашего региона. Уральцы только так поют. Ульяновск стал своеобразной площадкой общения казаков, где песни объединили их и сдружили. На самом деле, видимся мы здесь, многие уже стали друзьями с разных регионов, с разных стран. Вот я сегодня встретил наших казахских друзей, куда мы ездим, тоже в город Уральск. Осенью на Михайлов день мы часто туда едем, поем там с ними. И вот эти друзья все собрались сегодня в одном месте в Ульяновске, это очень здорово. Это очень хорошие люди, настоящие русские люди. Фестиваль «12 жемчужин» продлится 3 дня. Первый день на сцене Дворца губернаторский состоялся гала-концерт, в котором приняли участие все коллективы, а также сводный казачий хор Ульяновской области, который состоит из коллективов 7 муниципальных образований нашего региона. Во второй день казачий творческий десант даст концерты во всех 24 муниципальных образованиях Ульяновской области. В последний день фестиваля, 12 июня, стартует торжественное шествие участников, а после на главной сцене на площади Ленина пройдет концерт, в котором выступят все творческие коллективы казачьего фестиваля «12 жемчужин». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.